добрый день. Друзья, вот все подписчики канала, Агроземледелия с вами. Друзья, малость приболел. Вот только сейчас выполз с хаты, так скажем. Проехал до трактора. В комментариях писали мне, не затягивай головки, не поставишь коллектор. Ну, я говорю, вот этот. Вот эта мысль не давала мне покоя. Приехал, думаю, дай-ка я попробую прокинуть коллектор. Коллектор вот пришел и взял. И он прекрасненько ставится. Головки затянуты. Сейчас его одной рукой вот, снял. То есть все, как говорят, по фэншую. Ну, так как приехал сюда, вчера забрали топливную. Сейчас тут по малости поставлю фильтра топливные. Очищу старую прокладку от насоса. Короче, по малости часик, может, повожусь с трактором. На большее не хватает. Потому что реально чувствую себя не очень хорошо. Простывший. Морозит. Ну, не дает покоя мне трактор. Видео показывал, шлангу купили. Это на рулевую колонку. Но она длинная. Надо было 40 сантиметров. Не было. Была самая короткая 50 сантиметров. Ну, будем ее тоже ставить. Ну, все, друзья. Сейчас я приступлю к работе. Потом вам покажу, что получится. Так, сейчас буду ставить топливный насос. Значит, забрали мы вчера вечером, уже поздно, его с ремонта. Вкратце, друзья, поменяли все, кроме вала. Остался корпус только мой, все остальное, все поменяли. Насос был убитый. Сейчас вот обработал под прокладочку от этим очистителем. Фильтра поставил. Перед этим разобрал, почистил их. Попробую я его поставить сегодня. И на сегодня на этом будем закругляться. Ничего больше делать не буду. Потому что уже довольно-таки прохладно. Ну вот, если получится, завтра будет потеплее. Возможно, буду лучше себя чувствовать. Выйду, зажигание установлю. Как это буду делать, я вам сниму, естественно. Хотя в Ютубе очень много, как это есть. Ну, я покажу вам. Это если при условии, что я трубки запаяю. У меня топливные трубки. В двух местах надо запаять, пропускают. Потому что зажигание выставлять надо, закачать солярочку. Ну все, друзья, мы приступаем, а то время идет. Так, в общем, поставил я насос, фильтра поставил. Значит, надо вот эту трубочку, у нас надо было запаять. Вот, вот эту вот трубочку надо запаять, она здесь пропускала от клапана. И можно уже выставлять зажигание. Шлангу мы купили, все купили там. То есть потихонечку уже дело идет к сборке. Ну, посмотрим. Если успеем завтра, то значит будем завтра собирать. Если погода на завтра, ветер передают очень сильный. В общем, так, друзья. Потихонечку ремонт идет своим чередом.